Здравствуйте! В эфире программа «Специальный корреспондент». Тема сегодняшней передачи – «Тотальная слежка». Мы будем говорить о том, как все мы стали в современном мире объектами наблюдения. Теперь у нас нет частной жизни. Мы все находимся под колпаком АНБ – Агентства национальной безопасности США. Структуры, которая следит за всем и вся. Вы, которые смотрите телевидение, вы, сидящие в этой студии, будь то крупный чиновник или простой человек, вы все находитесь под пристальным наблюдением. Ваши телефоны, ваши компьютеры, ваши гаджеты – одно большое ухо, которое слышит все, как вы разговариваете с женой, как ругаетесь, как воспитываете детей и даже как ходите в туалет. Все прослушивается и записывается. Большой брат следит за вами. Об этом репортаж моего коллеги Евгения Попова. Сейчас мы его посмотрим, но предварительно я хотел бы у Жени спросить, каково оно жить в таком мире? Ведь молодой человек, вы ощущаете себя под таким подопытным кроликом или привыкли уже к тому, что когда о чем-то серьезном говорите, прячете телефон, убираете его в сторону или включаете компьютер? Аркадий, вы все только что сами сказали, что мы все под глобальным тотальным колпаком и находимся под... глазом, под огромным глазом, который за всем следит, но, естественно, многие из нас уже начали задумываться о том, как избавиться, можно ли уйти от этой слежки. Как сказал один из наших героев, нужно не только выключить компьютер, но и выдернуть его из розетки. На самом деле, если серьезно, то все это напоминает уже один большой стокгольмский синдром, ведь большой брат, он размножается, его плоды, более того, нам нравится, мы бегаем за новыми телефонами, новыми мониторами, софтом, ноутбуками, при этом осознавая прекрасно, что при этом жертвуем собственной не только личной жизнью, частной жизнью, но и безопасностью. То есть, если вы не оленевод или, может быть, охотник, проживающий в дебрях дальневосточной тайги, то уйти от слежки шансов нет. Вячеслав Алексеевич, у меня к вам вопрос. Скажите, да-да-да. Американское всевидящее око, которое изображено на долларе, да, ну это общим местом стало, но тем не менее, это глобальная слежка, которую осуществляет сейчас АНБ, это Агентство национальной безопасности США, это на самом деле это существует, на самом деле это так опасно и страшно? Безусловно, это существует. Телефон, даже выключенный, как у меня сейчас, он продолжает работать и как микрофон, и как камера. Очевидно, что известны и ваши планы, если вы свой дневник храните в телефоне, ваша переписка, ваши разговоры, даже когда вы просыпаетесь по утрам, если у вас включен будильник. Конечно, это существует. Насколько это опасно? Вы понимаете, вопросами кибернетического шпионажа занимаются организации, которые одновременно являются киберкомандованиями родов войск, например, Соединенных Штатов, общее киберкомандование Соединенных Штатов. Понимаете, с помощью этой информации облегчается задача нанесения кибератак, которые способны вывести из строя, скажем, вашу систему электронного наблюдения, вашу систему связи, или вызвать техногенные катастрофы, аварии на атомных электростанциях, на химических производствах, на транспорте. Это опасно как инструмент ведения, возможного ведения настоящей войны. И в этом опасность. Спасибо. Наталья, и вам вопрос, может, кратко. Вы занимаетесь защитой информации. Вы, может, такой частный вопрос задать. Скажите, вы каким телефоном мобильным пользуетесь? iPhone у вас или Samsung? iPhone. Понятно. Ну и как вы защищаетесь от прослушки? Ну, iPhone... Знаете, я в некотором смысле публичная фигура, да, поэтому я считаю, что... Ничего страшного. Нет, ну если я говорю что-то, то я подразумеваю, что это что-то может быть услышано всеми. Ага. То есть я строю свои коммуникации таким образом, чтобы те секреты, которые у меня есть, оставлять за рамками, да, общения. Ага. Вот так. Через электронный канал. Ну, а защита вообще есть от большого брата, нет? Ну, есть шифрование, да. Есть все-таки шифрование, довольно надежная защита. Хотя и говорят специалисты, что вскрыли алгоритм, что, вернее, в некоторых алгоритмах есть, так сказать, задние двери, бэкдоры, через которые эти алгоритмы вскрываются. Но, тем не менее, все-таки шифрование с длинным паролем – это до сих пор самое лучшее, что придумало человечество. Угу. То есть защита есть? Ну, в определенном смысле, да. Понятно. Спасибо. Давайте посмотрим репортаж, потом обсудим.
нарушение этой информационной безопасности сегодня может спровоцировать даже ядерную войну. Он не предатель, он разоблачитель. А сколько стоит там государственная тайна, достаточно трудно перевести это в деньги. Атаки идут постоянно, просто всегда, на все ресурсы. Отрицание американской исключительности означает, по сути, отрицание сердца и души этого народа. К жизни под колпаком мир привыкает, кто обращает внимание на сотни камер, которые фиксируют каждый шаг. Что важнее, личная жизнь отдельного гражданина или безопасность всего общества? Как один и тот же человек может страдать манией преследований и в то же самое время описывать в социальной сети каждое свое действие? И главное, как выглядит, чем дышит тот самый большой брат, который то ли у каждого свой, то ли один на всех. Страхи Эдварда Сноудена, которыми он поделился еще в Гонконге, стали явью. После того, как миру рассказали, что он под колпаком американских спецслужб, ничего не изменилось. Реформа Агентства национальной безопасности США, которую громко анонсировал Белый дом, не пошла дальше успокоительной риторики Барака Обамы. АНБ по-прежнему будет командовать кадровый офицер, а не гражданское лицо. Заявления о более высоких стандартах при сборе развединформации трактуют двояко. К тому же судьи секретных судов по надзору за разведкой единогласно высказались против реформы и усиления контроля за деятельностью спецслужб. Впрочем, едва ли кто в Америке в эту реформу верил, учитывая, что накануне выступления президента с капиталистского холма пришла новость о двукратном увеличении бюджета киберкомандования, штат которого в 2016 году правительство тоже планирует удвоить. Ни у кого нет иммунитета против слежки, следят за всеми. Если вы думаете, что вам нечего скрывать, это не имеет значения. Возможно, ваши знакомые что-то скрывают, и, может быть, у вас опасный друг. Я тоже не чувствую себя в безопасности. В 12-этажном здании в Шанхае базируется секретная воинская часть номер 61398 Китайской народно-освободительной армии. Американцы уверены, что это цитадель кибершпионажа КНР. Компьютеры с особо ценной информацией отключены от интернет-сетей. Но и до них, если верить последней утечке от Эдварда Сноудена, добралось Агентство по национальной безопасности США. Я думаю, надо начать с того, чтобы определить, какая информация у вас есть, насколько она критична для вас. Если вы опасаетесь того, что спецслужбы ее перехватят, то можете быть уверенными, они это сделают. Поэтому от, скажем так, таких угроз, естественно, защититься невозможно. Идеально защищенный компьютер – это компьютер, который выключен из сети. То есть, вообще говоря, у него питание даже не подключено к нему. Вот с ним ничего нельзя сделать. Его нельзя заразить, за ним нельзя шпионить. Микропередатчики, установленные американскими шпионами вручную, позволяют с помощью скрытого канала радиоволн транслировать совершенно секретную информацию на расстояние до 14 километров. Приемник размером с небольшой чемодан способен не только отправлять данные на серверы АНБ, но и заражать компьютеры противника вредоносными вирусами-троянами. Технологию назвали «Квант». С 2008 года АНБ снабдила своими чипами 100 тысяч неподключенных к интернету компьютеров по всему миру. В списке основных целей – российские военные сети, торговые структуры Евросоюза, мексиканская полиция и наркокартели, организации в Саудовской Аравии, Индии и Пакистане. Чтобы шпионить за рядовыми пользователями, специальные чипы и разведчики уже не нужны. При создании операционных систем разработчики, либо те, кто разрабатывает операционную систему при Microsoft, либо подразделения, которые у них работают на Агентстве национальной безопасности, а просто это неизбежно, это должно быть. Еще на этапе проектирования своих систем программного обеспечения делают там шпионские закладки. Это маленькие, скажем, такие дверки, как представьте, что есть крепость, а в этой крепости есть оставлено 10 тысяч потайных дверок. Но про эти дверки знают только те, кто проектировал эту крепость. Шпионская закладка, позволяющая снимать информацию, может стоить доллар.
Ее можно вставлять уже массово и во все устройства. Сегодня, когда мы покупаем в России импортный компьютер, мы платим за его процессор, и в том числе за те шпионские функции, которые в него внедрены, которые сегодня стоят буквально там центы. Неприкасаемых нет. Частная жизнь – иллюзия. Мания преследования больше не паранойя. Норма. Индейцы Аймара спустились с андских высот на равнину. Боливийские колдуны Ятири и Каявайо в высокогорье проклинали большого брата. Зарывали в землю тушки молодых лам и керамические статуэтки. Черная магия – возмездие индейцев за оскорбление, которое в Ла-Пасе никак не могут забыть. Самолет вождя Аймара Эва Моралеса по пути домой из Москвы по воле Вашингтона ночью посадили в Вене. На борту номер один искали Эдварда Сноудена. Боливия наряду с Эквадором и Венесуэлой предлагала беглому агенту политическое убежище. Я думаю, мы спасли жизни. С такими мощными спецслужбами США не могли не знать, где находится Эдвард Сноуден. И они еще будут говорить, что он был в моем самолете. Это ложь. Еще пару минут, и мы бы вошли в воздушное пространство Франции, и нас бы сбили. Или перехватили бы истребители, как преступников. Я только сейчас осознаю, насколько это было опасно. Это покушение на мою жизнь. Это не случайность. Этот господин не лист коки, не платок, не блоха, который можно провести в кармане. Это человек, за которым наблюдает весь мир и которого ищут США. Говорить о том, что он в моем самолете, это только предлог, чтобы покончить со мной. Аймара колдовали не зря. В сентябре в горах Юты неожиданно возникли проблемы у только что выстроенного дата-центра. Агентство по национальной безопасности США из-за перебоев с электричеством отложило запуск гиперхранилища чужих секретов. Штат Юта, город Блаффдейл, военная база Кэмп Вильямс. Уже 15 минут мы едем вдоль нее. Сейчас мы будем проезжать КПП. Здесь смотровая вышка. С правой стороны база Национальной гвардии. Вот вы видите как раз те самые накопители информации. Огромные флешки, где хранится вал информации, который пользователи вводят в свои компьютеры и телефоны по всему миру. Только для охлаждения жестких дисков, каждый из которых размером с ангар для Боинга Джамбо, АНБ использует 5 миллионов литров воды в день. На стройку с легкой руки Конгресса истрачено 2 миллиарда долларов. Территория этой базы в 5 раз превышает территорию столицы Соединенных Штатов Вашингтона. Здесь хранятся телефонные звонки, смс-сообщения, интернет-переписка, номера медицинских страховок, кредитных карт и даже авиабилеты и информация о путешествиях американцев и тех, за кем следит агентство по национальной безопасности. Они хранятся точно так же, как мы храним на маленьких флешках информацию из наших компьютеров. В этих ангарах зетабайты информации. В 2010 году все человечество использовало и накопило лишь один зетабайт. Здесь может поместиться несколько, хотя точных цифр не представляет никто. Мы наблюдаем, конечно, за различными там вариациями, версиями кибероружия, да, и кибершпионских программ. Мы видим большой интерес к документам прежде всего. То есть целью таких шпионских операций является сбор документов. Это, как правило, документы, наверное, содержащие секретную информацию. Часто жертвами становятся, допустим, дипломатические ведомства. Соответственно, информация, которая находится там, скорее всего, касается там, какой-то государственной политики, может быть, касается государственных тайн. И, соответственно, злоумышленники, кибершпионы, охотятся именно за этой информацией, которая находится в этих сетях. Google – давно не просто поисковик. Сайт – будто человеческий орган, без которого, кажется, не обойтись. Аудитория – 80% мировых пользователей интернета. Сколько из миллиардов прочитали соглашение о конфиденциальности? Оно в открытом доступе. Мы можем собирать информацию о вашем оборудовании, операционной системе, уникальные коды устройства, данные телефонных сетей, ваш телефонный номер, телефоны ваших абонентов, время и даты звонков. Данные собираются автоматически. Удалить их с персонального компьютера можно, но это лишь означает, что вам и вашей семье они больше недоступны. Мы не можем немедленно удалить информацию с наших серверов. Похожие правила у всех глобальных интернет-ресурсов и операционных систем. Любая структура, любая личность, общество, которое получает возможность
скажем, безнаказанно, без обратной связи совершать, в общем-то, действия, по сути, преступные, или дающие колоссальное, совершенно неотражаемое преимущество перед другими, приводит к появлению чувства безнаказанности, дальше, как следствие, к появлению чувства, в общем-то, потери реальности и к принятию решений, последствия которых в итоге оказываются совершенно непредсказуемыми, в том числе для тех, кто это все начал и спровоцировал. Это угрожает, повторяю, не только всем другим странам, это угрожает самим Соединенным Штатам. Нет ничего страшнее, чем потеря реальности. Каждый раз, когда вы покупаете новое устройство и вводите туда свои личные данные, адреса, имена, это устройство уже ассоциируется с вами. В ЦРУ и АНБ существует чрезвычайная схема, по которой можно отследить каждого человека на планете, то есть абсолютно всех. Что это значит? Значит, что ваши личные данные в любую секунду будут переданы летающим роботам, которые убивают людей, дронам. В случае необходимости. То есть слежка угрожает людям, в буквальном смысле, ракетами. Сенсор использует прикосновение для высокочеткого снимка отпечатка. Он тщательно анализирует вашу информацию с выдающимся уровнем детализации и точностью. Он запоминает отдельные участки, которые настолько малы, что не видны глазу, и даже замечает незначительные изменения, вызванные травмами и порезами. Вся информация зашифрована и хранится в структуре нового чипа. Само даже выражение «большой брат следит за тобой», то есть, вот, возможно, травма вот этого насильственного вторжения была настолько велика, что она до сих пор изживается вот таким образом, образом тотального контроля. Есть некие попытки контролировать мир. Snowden Run, Daddy. Агентство национальной безопасности США, на которое работал и от которого бежал Эдвард Сноуден, позволяло талантливому программисту расхаживать по гавайскому бункеру в толстовке с издевательской карикатурой на герб АНБ. Не вызывало подозрений и надпись «Незаконный шпионаж незаконен». Доступ к секретной информации, который имел молодой специалист, уникален. Кроме Сноудена, им обладали только 22 человека в агентстве. Впрочем, несмотря на объем скопированных данных, примерно 1 700 000 файлов о разведывательных операциях, следы кражи ВНБ ищут до сих пор. Америка принципиально хорошая страна. У нас хорошие люди с хорошими ценностями, но структура власти, которая существует, работает на собственное разрушение. Компании, как Google, Facebook, Apple, Microsoft, предоставляют АНБ прямой доступ к содержимому всех систем, которые вы используете для коммуникации, и даже к вашим поздравлениям с днем рождения, чтобы собирать данные о вашей повседневной жизни. Я не хочу жить в мире, где все записывается. Россия, приютившая беглеца, избавлена от моральной необходимости отвечать на вопрос, Сноуден предатель или герой. Мучительные раздумья над этим удел американцев. Он не предатель, он разоблачитель. Я восхищен тем, что он рассказал о том, что АНБ следит за американцами, что агентство шпионит за нами, нарушая наши конституционные права. Но я не согласен с тем, что он рассекретил операции АНБ против других стран. Это неправильно. Это то же самое, если российский агент рассказал бы об операциях ваших спецслужб против других стран. Нет смысла раскрывать эту информацию. Это же национальная безопасность. А что сделал этот парень? Он отправился в Китай, а потом в Россию. Обе эти страны хотели бы заменить нас на вершине глобального тотемного столба. И Россия при Путине совсем не проявляет дружелюбия к Соединенным Штатам. Так в чем же заключаются его мотивы? Кому он пытается обратиться? Кто его союзники? В общем, я очень скептически отношусь к его мотивам. У него, возможно, психологические проблемы, но объективно, а может быть и субъективно, он не является другом Соединенных Штатов.
Впрочем, судя по файлам Сноудена, настоящих друзей у США нет вовсе. АНБ прослушивает даже ближайших партнеров по так называемому «Союзу пяти глаз». При том, что США, Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания договорились обмениваться развединформацией и не шпионить друг за другом. Но выяснилось, что документ для Агентства национальной безопасности не преграда. Something called the Five Eyes Alliance, which is an intelligence sharing agreement between the United States, the United Kingdom, Canada, Australia and New Zealand. На самом деле глаз у АНБ гораздо больше. Берлин – партнер второго уровня. Третий месяц спецслужбы Германии добиваются объяснений от Вашингтона, почему подслушивали телефонные разговоры Ангелы Меркель, перехватывали 500 000 000 цифровых сообщений немцев в месяц и тщетно пытаются добиться документальных гарантий, что впредь этого не повторится. Французов США интересовали гораздо меньше. Всего 70 миллионов файлов в месяц с личными посланиями, в том числе и политиков, обрабатывались в АНБ. Всего только в марте прошлого года киберразведка перехватила 97 миллиардов сообщений в цифровых сетях по всему миру. Из них 3 миллиарда у себя на родине, в США. Как это возможно, перехватывать такое количество сообщений? Технически это вообще не вопрос. Вы просто должны установить несколько оптиковолоконных проводов, чтобы получить любую информацию. Телефонные звонки и сообщения не зашифрованы, компьютеры быстры, накопители мощные. Сложнее найти в этом массиве то, что действительно интересует. Очевидно, для этого используют ключевые слова, например, «Аль-Каида» или что-то другое, элементарное. Мы понимаем, что террористы не станут использовать обычные звонки, чтобы общаться друг с другом. Они могут использовать зашифрованные каналы. Но АНБ интересуется людьми, которые, возможно, интересуются Аль-Каидой. Если бы я был Эдвардом Сноуденом, я бы сильно опасался за свою судьбу. Одна из самых влиятельных стран в мире пытается отыскать его. И я уверен, что если он попадет в руки американцам, они узнают все, что ему удалось извлечь из их системы, и затем без колебаний убьют его. Сноуден, он поднял вопросы несколько другого плана. Сноуден поднял вопросы, касающиеся не полицейских, а шпионских функций. Он поднял, по сути, проблемы того, что Соединенные Штаты, как глобальная, в общем-то, экономическая, технологическая держава, они сегодня, по сути, осуществляют функции глобального информационного контроля. И здесь провести границу, например, между тем, где они обеспечивают свою информационную безопасность, тем, где они просто похищают информацию, ее, честно говоря, провести достаточно трудно. Не первый раз, во-первых, агенты ЦРУ уходят из Соединенных Штатов. Соединенные Штаты раньше спокойно глотали эти пилюли, терпели. Я же помню в советское время, как к нам прибежали три агента Агентства национальной безопасности. К нам в Советский Союз. И они молчали в тряпочку американцев, потому что ну что у Советского Союза можно было взять? Да ничего, ну послали бы их далеко, где кочуют туманы. Поэтому бегство агентов спецслужб в Россию было нормой, обычной нормой. И все они, кто хотел, жили до конца своих дней и работали без всяких проблем. Но то, что он совершил, не в интересах какого-то конкретного государства. Это же вы не можете сказать, что он был агентом России. Или агентом, я не знаю, там, ну, Китая там, или Кубы. Он просто сказал, ребята, будьте, как говорят, бдительны, за вами следят. Добытые на прежней работе данные Сноуден обнародует постепенно, капля за каплей. Документы уходят в газеты. Основной проводник – британская «Гардиан». 59 тысяч файлов уже в распоряжении издания. Это меньше 1% от того, что есть у бывшего сотрудника АНБ. Логика утечек от общего к частному. Сначала электронная презентация глобальной системы слежки «Призм». Название исходит от масонского символа – «Всевидящее око Господня». Основные доноры призм – 9 крупнейших интернет-корпораций. Их логотипы узнает каждый, кто когда-либо заходил в интернет.
Призм – это программа, в которой люди из корпораций и других организаций становятся соучастниками действий правительства. В некоторых случаях они вынуждены это делать, следуя законам о разведке. И в этом случае Google или Yahoo, или Skype, или Microsoft имеют системы внутри своих сетей, которые участвуют в секретном перехвате. На корпорации давят и секретными судебными решениями. Они дают право киберразведке следить за кем угодно, где угодно и как угодно. Копии десятков вердиктов тоже оказались в руках Сноудена. У меня есть личная информация, чувствительная информация для меня, для моей семьи. Эта информация доступна АНБ сейчас, в данную минуту. Я полагаю, что да. Мы не знаем, что точно Apple отправляет в АНБ, но у них есть ваши контакты в почте, Gmail, текстовые сообщения. Возможно, они не располагают этой информацией сейчас, но получат ее, как только запросят. Как я понимаю, можно отследить мое местоположение по телефону, они могут залезть в мою почту через ноутбук, что еще? Существуют, например, системы, способные включить микрофон на устройстве и камеру. То есть вас могут снимать и слушать разговоры, даже наши интервью. Они могут сохранить эти файлы в вашем же устройстве и затем переслать себе, когда захотят. А вот ведомственное распоряжение, датированное 2006 годом. Оно предлагает американским чиновникам делиться своими контактами с АНБ. Здесь же пример правильного поведения одного из явно нерядовых госслужащих. В его записной книжке оказались телефонные номера сразу 35 мировых лидеров, каждый из которых тут же был взят в оборот киберразведчиками. Имена осведомленного чиновника и всех его абонентов Сноуден пока не раскрыл. Но известно, целями, кроме Меркель и Оланда, были израильский премьер, президенты Бразилии и Мексики. Вторжение в частную жизнь своих иностранных граждан АНБ оправдывает борьбой с терроризмом. Для этого в 150 странах установлены 700 серверов для обработки шпионских данных. Предположительно, читать чужие письма и подслушивать разговоры можно в дипмиссиях США. Доказательств того, что именно электронный шпионаж может предотвратить террористические атаки, не существует. Дети, которые сегодня рождаются, могут никогда не узнать, каково это – жить собственной жизнью. Не записывать, не отслеживать каждый шаг. Это большая проблема, потому что только неприкосновенность нашей частной жизни позволяет понять, кто мы есть и кем мы хотели бы стать. Ну, кто владеет информацией, тот владеет миром, да, Александр Григорьевич? Ну да, я думаю, 11 сентября действительно резко изменил мир. Мы сейчас только создаем, что в этот день произошло. После этого Америка вступила в Третью мировую войну, видимо, против всех. И я думаю, что этот мир, который блестяще был сейчас анализирован, показан на экране, изменить будет очень сложно. Очень сложно, мы действительно живем в другом мире. У меня вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, вот наши партнеры немецкие сильно обиделись на своего союзника? Ну еще бы, я думаю, что это... А как это проявилось? Это самый большой удар по доверию между Америкой и Германией за последние 60 лет. Я думаю, что госпожа Меркель так быстро это простить Обаме не сможет. Хотя он все делает для того, чтобы ее пригласить сейчас к себе в Вашингтон и объясниться. Но американцы не отказываются в шпионаже. И когда немцы предлагают заключить договор о нешпионаже, американцы говорят, ну, в принципе, мы это делать не можем. Потому что тоже не забывайте, что в свое время в Гамбурге именно были те террористы, разрабатывали план терроратаков на World Center 11 сентября, которые нам-то навредили. Есть определенный аргумент у них. Ага. Ну, сейчас, а вот как вы считаете, они слушают сейчас, американцы слушают вашу элиту германскую? Я думаю, что нет.
Я думаю, что нет. Я думаю, что они будут продолжать эту Третью мировую войну против террора, как они говорят, но на всякий случай будут следить и за другими. И я думаю, что эта политика, как она сейчас складывается между Германией и Россией, может привести к тому, что не будет подписан договор, трансатлантический договор о взаимной торговле. То есть они продолжают слушать, как вы считаете? Продолжают, конечно. Ага, понятно. Но вы понимаете, самое главное, немецкая общественность. Соглашение не подписано, и как утверждают в немецкой разведке, что АМБ им просто врет. Это цитата главы немецкой разведки. Вопрос, как немецкая элита и общественность на это будет смотреть. У меня подозрение, что многие люди просто привыкли к этой ситуации уже. Да, пожалуйста, пожалуйста. Подойдите, пожалуйста. Я бы хотел отметить, вы историк спецслужб. Да, что вот этот тезис о том, что все это связано с терроризмом и с тем, что произошло 11 сентября, он спорный. Например, все говорят о Сноудене. Есть другой, гораздо более высокого уровня человек. Раскройте нам его. Уильям Бинни такой. Ага. Кстати, он находится? Он в Америке, он не перебежал. Ага. Он не боится ничего? Нет, боится. Там 6 таких, из них уже 3 получили срок. Почему тогда Сноудена хотят посадить, убить, а его не трогают? Нет, их судят там, реально там они судят? Преследуются. Да. Но они не передали документы. Они им передали вот эти файлы. Он сказал, что еще в феврале 2001 года, за полгода до того, как прозвучали эти взрывы небоскребов, АНБ обратилась к вот этим перечисленным здесь крупнейшим компаниям с тем, чтобы они предоставляли сведения со своего сервера. Кроме того, недавно один американский фонд, New American Foundation, совершенно не левацкий, объективный такой, буржуазный, совершенно солидный фонд, провел исследование 225 случаев предупреждения об актах террора, которые получили американцы. Из них, вот вздумайтесь цифры, с помощью вот АНБ было получено, с помощью прослушек, 1,8 в Америке и 4,4 в Европе. Правильно. То есть это очень мало. То есть речь идет о нескольких случаях. Борис, а может все наоборот здорово? Может это правильно поступают люди? Борются с терроризмом, нас защищают, а, я, Борис? Я, честно говоря, вот когда посмотрел этот такой действительно наводящий ужас фильм, мы все под колпаком американцев и так далее, я стал прикидывать. Вот что в моей жизни может заинтересовать АНБ, там, или, не знаю, ФСБ, или Дефензиву, Сигуранцу, Моссад? И понял, что я реально боюсь, что меня будет прослушивать жена так. и конкуренты. Да. Вот это, уже немало, да? Уже немало. Уже это немало, вот меня напрягает. Да. А вот что касается ФСБ, АНБ и так далее... Каким телефоном пользуетесь? Боюсь. Телефоном я пользуюсь фирмы Nokia. Вот. Еще у меня есть iPhone. Но вот что меня по-настоящему напрягло... А вот у меня вопрос. Когда у вас какие-то разговоры, скажем, сугубо личные, вы как говорите, все это выкладываете по айфону и Nokia? Или все-таки говорите, Володя, Таня, переговорим, встретимся. Не телефонный разговор. Фразы такие были? Вы знаете... Были, нет? Давайте так. Были или нет? Конечно, были, потому что жизнь моя сложилась так, что значительную часть жизни был крупным чиновником, там, лидером партии, депутатом, да. Вот начиная примерно с середины 90-х годов, серьезные вопросы у нас в России люди по телефону, если они вменяемые, не обсуждают вообще. И просто... Спасибо. Ну и что? Вероник, вопрос простой. Каково это жить в стране, да, где все тотально просматривается, прослушивается под большим ухом? Вот каково это? Мне интересно. Ну вот действительно, жизнь в Соединенных Штатах – это жизнь под колпаком. Это, в этом я и на себе убедилась. И в противоположность, жизнь в России, ну вот, вот колпака этого нет. И нет даже достаточных инструментов защиты населения от различных рисков и угроз. И знаете, что самое важное, вот в чем бы хотелось быть уверенным, что американский колпак не распространяется на граждан других государств. Если, например, я бы не пользовалась там, Gmail, чего я не делаю, если бы мы не использовали американские программы, то мы, по крайней мере, американские спецслужбы не имели бы, доступа к нашей жизни. Вот история про терроризм, это, конечно, не только спорный вопрос, это прикрытие, потому что если бы Соединенные Штаты действительно стремились бороться с терроризмом, они так бы не сейчас... Не было терактов-то в США, смотрите. Это слишком сложный вопрос, давайте. Тут надо с фактами, иначе мы уйдем в конспирологию.
если бы они боролись с терроризмом, они бы сейчас не финансировали, не оказывали бы другую поддержку тем террористическим группировкам, которые воюют в Сирии. Они бы наложили давление на своих партнеров, Саудовскую Аравию и Израиль, чтобы те тоже не финансировали и не вооружали террористические группировки. Вашингтон бы прислушивался к сигналам от наших специальных служб о том, что такие-то террористы готовят то-то и то-то. Они этого не сделали, в результате случились теракты в Бостоне во время марафона. Есть гораздо более, и вот Александр Колпакиди приводил эти цифры, насколько малоэффективна борьба с терроризмом вот таким способом. Ну и понятные аргументы европейских государств. Что с нами боретесь? Мы-то не террористы. Ангела Меркель не террорист. И вот эта реформа, которую Обама сейчас якобы реформа начал, ну он же сам открыто говорил, что цель этой реформы, цитирую, восстановить доверие общественности к спецслужбам. Да? То есть в деятельности агентства национальной безопасности не изменится ничего. И вот те меры, которые предложены, значит, если ранее АНБ прослушивала три степени контакта, то есть вот человек прослушивается все его контакты, контакты контактов и контакты контактов контактов. Три степени близости. Теперь, согласно предлагаемой реформе, будут прослушиваться только две степени близости. Вот. И затем, ведь принцип, по которому АНБ сейчас работает, и Кит Александр об этом говорил, мы не ищем иголку в стогу сена, мы собираем стога сена. Вот этот огромный массив информации, который вот Евгений Попов сейчас показывал в фильме. Понимаете, да, не значит, что кто-то там сидит и читает. Но если нужно воздействовать на конкретного российского чиновника, всю эту информацию по нему вынут и на правильные кнопки нажмут. О том, как происходит прослушка и сбор данных, мы узнаем от бывшего сотрудника спецслужб сразу же после рекламы. В эфире специальный корреспондент. Мы продолжаем. Говорим о большом брате, о прослушке, о новой реальности, в которой мы все сейчас живем. С экспертами мы до перерыва говорили о том, о глобальном, так сказать, большом ухе, которое нас всех слышит, какую-то опасность несет. Смотри, можно вас, да? Вы занимались этой проблемой достаточно долго, да? Да, конечно, да. А большое ухо АНБ, он существует, нет, на самом деле? Ну, конечно, оно существует. Но тут не очень-то четко как-то вот люди поняли, что это. Вот как говорит уважаемый господин, мне, мол, скрывать нечего. Это вот, говорится, мы когда-то жили с женой на первом этаже в Тель-Авиве, и там все время появлялся какой-то подсматриватель, какой-то вот такой вуайер, который заглядывал и довел бедняжку, я помню, до полной истерики раньше или позже. Это утомляет и напрягает. Но проблема, конечно, ведь не на микроуровне, а на макро. На макроуровне, что зная все о многих людях, можно эти данные интегрировать, можно понимать, куда идет общество. Можно понять будущее этого общества. Можно добиться, в конце концов, это мелочь, шантажировать одного или другого чиновника. Но если понять, как можно направить все общество, тогда мы получим вещи, которые мы сейчас видим на Украине. Тогда мы получим вещи, которые мы видим в других местах. Так что, на самом деле, проблема не в микро, проблема в макро. И вот это, по-моему, то, чем надо подумать. Спасибо, Виталий Ильич. У меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вот Эдвард Сноуден, по вашему мнению, для предателя для Америки, это мы уже поняли, а для нас и для всего остального мира, это такой данка, такой герой? Ну, я не знаю, там, какой он психологически внутренний, я с ним не знаком, и, собственно, не рвусь знакомиться. Он вошел в историю, он стал символом. Ну, в каком-то смысле для информационного сообщества это, можно сказать, что это некий Матросов, Александр Матросов, бросившийся на амбразуру, пожертвовавший там преуспеванием возможным. Но к тому, что здесь говорилось, я хотел бы акцентировать внимание на двух вещах. Первое. Я абсолютно уверен, и я надеюсь, здравомыслящие люди тоже так считают,
никакого прямого отношения к 11 сентября 2001 года это не имеет. На тот момент, возможно, американцы еще не имели возможности глобально за всеми следить. Но то, что они к тому времени следили за всеми, за кем только могли, включая и своих союзников, это очевидно. И не было бы 11 сентября, то они же все равно бы эту сеть раскинули. И второе. Меня все-таки поражает, вот Александр Рар, он, поскольку из Германии, он, наверное, лучше может попытаться объяснить это. Но не могут быть такими наивными западные лидеры. Вот здесь специалисты, не специалисты, журналисты, те, кто давно работает вот в системе информационной, но все были уверены, что американцы слушают всех, за всеми шпионят, включая президентов, ну, кого могут. И вдруг один, канцлер Германии говорит, не может этого быть, я этого не ожидал. А президент Франции, не может быть, как мы удивлены, ну и все остальные. Ну, либо они идиоты, но они же не идиоты. Резкое заявление. Либо, если они такие наивные люди, то как им доверяют управлять великими державами. Видимо, это было удобно делать вид, что этого нет. Это неприлично было. Вот Сноуден, главная заслуга Сноуден не то, что он сказал, что это есть. Это знали, что есть. А зачем делать вид, что этого нет? Ну, это как неприлично, когда ты знаешь, что тебя твой якобы союзник или союзник подслушивает. Ну, ты как-то, ты должен покраснеть, ты должен что-то ему сказать, а смелости не хватает. Когда Сноуден только обо всем этом рассказал публично, уже нельзя удержать, тогда стали стыдить американцев. Американцы сказали, это нам не стыдно, будем слушать и дальше. Ну и что, ну, и все. Ну, такого размаха ведь никто не представлял. Тоже надо сказать, конечно, Сноуден сделал потрясающую вещь, то, что это раскрыл. И вот здесь, конечно, очень обидно и очень жалко, что мы Сноудена не видим. Почему действительно Сноуден связывается с немцами, связывается с бразильцами? Почему мы в Москве Сноудена не видим и не слышим? Извините, что значит не представлял? Нам все, вот здесь Борис Надеждин все в шутку переводит. Я потом еще отдельно о его шутках скажу. Так вот, когда мы говорили, что американская техника, что американские высокотехнологичные компании, компьютерные, до Сноудена говорили, что, конечно, там что-то такое есть. Они следят за всеми. Нам говорили, но это вы же, вы коммунисты, вы ретрограды, это вы советские люди, это вы так думаете, это при Сталине за всеми следили, а чистые американцы, а Google, а этот самый Джобс, они же люди нового поколения, они же молодые, они чистые, они никогда с ЦРУ, с СНГ не связываются. И все это рухнуло, самые передовые. Самые молодые, самые инновационные работают на спецслужбы. Вы, Олег Максимович, согласны? Личное право каждого высказывать мнение здесь сегодня по проблеме, ради которой мы собрались. Вы знаете, я, если можно, тоже некоторые вещи хочу озвучить. Высказать, ну, да, озвучить, ну, что-то, да, такое серьезное. Вы знаете, что вот этот ажиотаж, который возник в отношении WikiLeaks, когда это все выплеснулось, а Сноуден — это ведь только развитие того, что произошло при появлении Assange и его компании, и их добычи, да. Для меня это все дежавю. Потому что даже 20 век имел немало ликс с обеих сторон участников холодной войны. И масштабы только этого были немножко или много меньше, чем то, что произошло с WikiLeaks и то, что сейчас постепенно выдает Сноуден. Ибо, пожалуйста, бумаги Пентагона, записки Пеньковского с
с этой стороны. Это все касается мира спецслужб. Это мира спецслужб, не только. Почему мы беспокоимся? Потому что мы в начале передачи говорили, что не только вы, бывший работник службы внешней разведки, да, но все простые люди под колпаком. Ведь так сейчас. Дело в том, что вот то, о чем мы сейчас ведем речь, это побочный эффект технологического прогресса, который позволяет все это делать. Что с этим делать? Надо что с этим делать? Систему безопасности. Что любое действие требует какого-то адекватного асимметричного ответа. Справятся с этим те, кто хочет, чтобы его не слушали? Вряд ли. Потому что это прогресс. Но у меня другой вопрос, я хотел бы поделиться со всеми присутствующими и телезрителями. А когда началось вот все это, о чем говорят? Здесь показали пирамиду с глазом Господним, да? Так вот, все присутствующие здесь и смотрящие эту передачу могут зайти в книжный магазин и приобрести работу, в которой приводится опись архивной службы Небесного разведупра или разведупра Царства Небесного, где перечислено, где представлены материалы тотальной слежки за всеми жителями 70-72 стран, которые составляли мир в библейские времена. Этому 2500 лет, этому документу. Круто. Когда я его посмотрел, и там приводятся категории лиц. Вы знаете, тут маленькая есть проблема. Олег Владимирович, перебью вас. Я согласен, чтобы за мной Бог следил, да? Но я не согласен, чтобы за мной следил американец какой-нибудь, сидя в кабинете в Лэнгли, да? Мне это не нужно. Вот в этом вся разница. Маленькая, маленькая. А вы сравниваете. У нас сейчас телемост, Вашингтон на связи. Мы продолжим. Здравствуйте. Рэй. О, как оно все было. Добрый день, добрый день. Как вы относитесь к Эдварду Сноудену? Он для вас предатель, США, герой? Эдвард Сноуден и не то, и не другое. Он патриот. У нас в США есть конституция. Мы считаем, что она священная. И четвертая поправка совершенно четко запрещает вот эту слежку, которую производит АННБ. Тут нет никаких сомнений. И сейчас есть решение федерального судьи, который подчеркнул это. Без достаточного основания, без достаточных фактов, что человек, которого вы, так сказать, подозреваете, что если нет достаточного основания, нельзя без судебного решения у меня, да, второй и ордера следить за этим человеком. Скажите, пожалуйста, но это касается ваших домашних дел. Вы разбираетесь там у себя в стране. А зачем ваши спецслужбы следят за другими странами? Причем делают это тотально. Для чего? Даже со своими союзниками. Даже Барак Обама признал, наш президент, мы это делаем, потому что мы способны это делать. Если есть достаточная технология этого, если есть способность технологическая, то мы следим за всеми. Надо все это остановить. И лишь после разоблачений Сноудена это становится возможным. Я так и не понял ответа, честно говоря. Мы это делаем, потому что мы способны это делать. А цель какая? Для чего? Владеть миром? Быть всемирной империей? Для чего вы это делаете? Зачем? Цель там другая. А я знаю, зачем. Он выступает месяц против этого. Я согласен, но я сейчас спрашиваю, как американец, он же там... Я пытаюсь объяснить. Еще раз. Если технология позволяет вам это делать, если никто не надзирает за этой деятельностью,
Какой смысл слушать, а что там делает, что говорит Ангела Меркель вечером в воскресенье? Никакого смысла в этом нет. Но поскольку это возможно, секретные службы это делают. Если какой-то заговор, чтобы, так сказать, владеть всем миром, это еще надо посмотреть. Я сам сомневаюсь в этом. Я думаю, это вопрос технологических возможностей. Вопрос загонов и за вопрос одобрения со стороны людей, общественности и проведения правильной политики. Да, пожалуйста. Ну, для Соединенных Штатов Америки естественное такое поведение, потому что научно-технический прогресс сегодня делает Америку действительно сильной. И цель и задача НБ очень простая – содействовать американским внешним интересам. Это не только борьба с терроризмом и далеко не борьба с терроризмом. Это сделать людей, политиков, бизнесменов, военных уязвимыми. Потому что вследствие вот этой глобальной шпионской сети накапливается компромат, накапливаются определенные материалы на тех или иных людей. И с помощью этой информации людьми можно манипулировать. Можно манипулировать политиками, можно манипулировать военными. И АНБ предоставляет для политического руководства США эти интересы. Какой к нему вопрос? У меня вопрос. Как вы считаете, вот в принципе, будут ли реально приняты меры по не номинальному, а реальному контролю над агентством национальной безопасности? И останется ли господин Кит Александр, директор АНБ, на своем посту после этих скандалов? Либо он будет уволен? Well, Alexander... Alexander has already announced his retirement. Он уже объявил о своей отставке, и Джеймс Клаппер на самом деле под присягой лгал Конгрессу. И вот это большая проблема в нашей стране. Мы гордимся разделением властей, что у нас три ветви власти – исполнительная власть, Конгресс, законодательная власть и судебная власть. И в данном случае они все соучастники. Они все знали об этих злоупотреблениях и знают, и пытаются замести следы. И поэтому очень странное обвинение теперь, что Сноуден на русских работает как шпион. И поэтому люди сами должны, народ должен подняться на борьбу против этого. Мы должны сказать, это неконституционно. Мы присягу давали, что мы будем защищать эту конституцию. Это потребует, конечно, многих усилий и лет. У меня к вам следующий вопрос. Понятно, что мы здесь, в России, особенно после этой передачи, страшно боимся слежки АНБ за всеми нами. Вы боитесь. А вот у вас в Америке вопрос, вот серьезный вопрос. Вы как-то ощущаете, есть ли какое-то ощущение, что вот наша альтернатив, ну, как бы симметричная служба, например, ФСБ или служба внешней разведки, тоже следит за вами? И как бы вы оценили мощность АНБ с одной стороны и российских спецслужб с другой? Он должен посмотреть, какие материалы на него в ФСБ. Ну, мне трудно судить, поскольку я уже несколько лет не занимаюсь разведывательными делами. Я просто гражданин. Что касается возможностей российских, они, конечно, огромные. Может быть, самые... Но дело в том, что АНБ, что они делали? Они действовали по технологическом плане. Они, конечно, самые сильные в мире. Они действовали по принципу пылесоса. И здесь Россия, видимо, отстает, но это не очень важно. Потому что главная ирония в чем-то состоит. АНБ и разведорганы, они просто утоплены в этой, потонули в этой информации. И они не могут отследить реальных террористов, тех, кто взорвали марафон, как в Детройте, то, что было в 2009 году на Рождество, где чуть не взорвал самолет, так сказать, где было 200 пассажиров. И никто их не отследил. Они, на самом деле, американцы должны пользоваться классическими методами расследований, которые два из трех примера, конечно, бы предотвратили бы.
Спасибо, Рэй, за ваш содержательный ответ. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Виталий Алексеевич, ну, вроде как я сейчас послушал нашего американского гостя, и ничего страшного. Нет, ну и Борис послушаешь, тоже вроде ничего страшного. На самом деле здесь проблемы, проблем несколько. Проблема первая, она моральная и законодательная, если хотите. То, что делает АНБ, абсолютно правильно. Это аморально, это незаконно. Никто не может прослушивать человека без санкции суда. Это записано в законах Соединенных Штатов Америки, это записано в законах нашей страны. Это незаконно. И Соединенные Штаты, которые учат всех тому, что демократия – это прежде всего верховенство закона, в данном случае поступает крайне лицемерно. Это первое. Теперь второе. Касательно ну, частной жизни. Да? Ну, то, что там следят за Борисом, я думаю, это не серьезный удар по национальной безопасности Российской Федерации. То, что не следят за мной, хорошо. Я думаю, тоже. Потому что, на самом деле, вот, когда я еще под стол пешком ходил, мне родители и дедушка мой говорили, вот всегда исходи из того, что тебя всегда слушают. И поэтому себя надо контролировать. Да? Это понятно, да. Это поведение просто человека. Вот сейчас, я думаю, это должны все понять, что просто вот свою проблему с этим большим братом ты решаешь через то, что ты себя контролируешь, исходишь из того, что ты живешь в новой реальности. Но есть секреты, которые, в отличие от секретов Бори Надеждина, да, они важны. Это секреты, связанные с национальной безопасностью нашей страны. Потому что вот эти секреты как раз знать очень хотят. Потому что абсолютно правильно Соединенные Штаты реализуют задачу глобального доминирования. В Соединенных Штатах есть противники. Есть короткий список противников, которые являются целями для возможной ядерной атаки. В этом списке всего 4 страны. И догадайтесь, какая одна из этих 4 стран? Первая. Это, естественно, Российская Федерация, потому что эта страна единственная, способная создать экзистенциальную угрозу для Соединенных Штатов. Вот эта тотальная слежка является частью просто внешней военно-политической стратегии, которая должна быть способна действительно контролировать военных, контролировать бизнес, контролировать поведение людей, выводить, если надо, целевым образом, кого надо в нужном месте на Майдан и так далее. Но с другой стороны, это способность парализовать твою систему ответных мер, это возможность парализовать твою систему возможного ядерного ответного удара, парализовать твои системы противоракетной обороны, взорвать твои атомные электростанции, уничтожить твою финансовую систему, просто запустив вирус и обналив все счета, которые у людей есть. Это возможность создать техногенные катастрофы, это возможность парализовать твой космический щит, тебя оставить без глаз и безо всего. Это часть большой стратегии глобального доминирования, в которой Россия является, конечно, одним из основных противников. И вот это надо понимать, когда говоришь, что это все полная ерунда, Борис. Спасибо. Нет, я могу сейчас. Можно реплику? У меня вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, ну вот просто как бы всех этих разговоров, которые мы здесь вели в студии, ваши ощущения, европейские лидеры, в частности, канцлер Германии, президент Франции, Австрии, Италии и так далее, они избавились от такой наивного понимания дружбы с американцами? Как вы думаете, что вот это? Что... Это самый большой вопрос сейчас. Мы сейчас увидим. У нас идет противоборье в самом немецком обществе. Есть очень большие силы, которые стараются защитить Америку и говорить, что ну, мы живем в таком мире, по-другому нельзя, с другой стороны, они нас защищают, без защиты Америки Европа ничто в этом мире. Показывают на Китай, говорят, если из Китая появится тоже какой-то whistleblower, там выяснится, что они тоже за всеми шпионят. И есть, конечно, все растущее отчуждение к Америке в другой части общества. И политики у нас будут реагировать на то, что будет требовать от них и элиты, и общество, что будет в средствах информации написано. Пока что Америка в плане, скажем, ее своей пропаганды в Германии проигрывает. Потому что, конечно, растет недоумение того, что они сделали. Оскорбленность такое, чувство оскорбленности. Но знаете... Не только это, но Германия же понимает, что за немцами шпионили англичане, частично французы. Поэтому я возвращаюсь к тому тезису, что не только американцы этим занимаются, просто этот мир сложен. Почему не требуют вывода американских баз?
Почему что раньше было в Германии, почему последние годы в Германии совершенно не слышно требования выводы американских войск? Сегодня европейцы живут таким образом, что они довольствуют своей жизнью под американским зонтиком. Мы могли отменить свою армию, Бундесвера же фактически не существует. Мы где-нибудь воюем, если нас не заставляют. И можем ориентироваться на комфортную жизнь, на решение социальных проблем. Поэтому Америка многим нужна еще. Скажи проще, Германия оккупирована. Ну, Германия была оккупирована. Америка. Да, Германия остается оккупированной Америкой. Франция вошла обратно в зону американской оккупации. Может быть, вы знаете, это объясняет? Пожалуйста. Каждый немец, который ездит в Америку, добровольно отдает свои отпечатки пальцев. Мы все уже там в компьютерах давным-давно. Каждый россиянин тоже делает добровольно. Мы заходим во все эти компьютерные системы. Это нужно делать. Вот это проблема. Это проблема, которую мы создали, которую поменять невозможно. Я вот из Израиля. Каждый палестинец, который хочет куда-то пойти, добровольно дает отпечатки пальцев. То есть жить-то под оккупацией приходится. Нет. И вам приходится жить под оккупацией. Имеем ли мы право на свою личную жизнь или нет? Об этом сразу после рекламы. В эфире специальный корреспондент. Мы продолжаем программу «Большой брат». Говорим об американском большом ухе, которое слушает всех и вся. Записывает, смотрит, следит за всеми нами. От простого дворника, заканчивая президентом какой-нибудь страны. Пожалуйста, вы хотели о техническом аспекте. Есть ли у нас право на тайную личную жизнь? Нет, или нет? Я не про права. Не про это? Да, я не про права. Давайте все-таки про технические аспекты. Вот нам, значит, американский наш, даже не знаю как, друг, не знаю там, коллега или партнер. Кто там, партнер, да, который согласился выступить, он нам сказал, что есть техническая возможность слушать. И это на самом деле очень ключевая вещь. Это что значит? Это значит, что появились такие емкости и такие возможности, которые позволяют писать все. И, конечно, глупо было бы предполагать, что этими возможностями не воспользуются. Конечно, откровения Сноудена, они, может быть, стали откровениями для многих людей, но для специалистов по информационной безопасности они таковыми не являются. Потому что понятно, что если у меня есть, допустим, телефон мобильный, который имеет в себе встроенную вторую память, то ясно, что эту вторую память можно использовать еще как-то. И понятно, что это типичный пример там, функционала двойного действия, двойного назначения, который может использоваться как с прямой целью, так и с какой-то другой целью. И если у нас есть возможности, значит, мы можем предполагать, что эти возможности будут использоваться. А возможности каковы? Возможности объединить весь мир в некую всемирную сеть. Вот этот первый шаг интернет был сделан. Он был сделан вроде бы с хорошей целью, да, коммуникации. Но, с другой стороны, у этой сети есть вторая побочная возможность получить информацию со всех возможных каналов. Дальше в этой сети появляются средства коммуникации, дальше улучшенные средства коммуникации, дальше средства мобильной связи, улучшенные средства мобильной связи. И каждый раз в этих улучшенных средствах появляется все лучше и лучше возможность по слежению, хранению информации. Но есть один вопрос. И вот этот вопрос вот и госпожа Крашенникова, Крашенникова замечала, да, и американец тоже на это обратил внимание, что на самом деле проблема в том, что да, эту информацию складывают. Вот мы видели хранилища огромные. Что с этим дальше делать? Представим себе, что это информация, которая хранится на многих языках мира. Это больше там 200 языков. Куда включаются, на самом деле, их еще больше, потому что надо учитывать сленги, надо учитывать транскрипт, например, по-русски, да, там с русского на английский, когда мы пишем. Понятно. Надо учитывать иронию и все такое. Как это все анализировать? Нужны очень мощные программы искусственного интеллекта. Именно поэтому сейчас во многих, в том-то и дело, что их сейчас нет. То есть сейчас основной камень преткновения, что есть огромные завалы, в которых не могут разобраться. Поэтому они не ловят своих террористов. Потому что они не могут разобраться в этих завалах. Это очень сложно. Они могут отслеживать отдельных конкретных людей. То есть, например, если поставить задачу следить за Касперской, то, конечно, эта задача будет решена и выполнена. Всю информацию прочитают глазами, выявят это там за Ангелой Меркель. Ну, конечно, ее прочитали вручную, понятное дело. И все, что там... Андрей Ильич, вы можете ответить на эти вопросы? Или подтвердить то, что сказал сейчас Наталья Александровна? Ну, вообще, само по себе накопление информации, оно не является чем-то новым. Новым за последние 10 лет, если является что-то, что стало доступна информация глобальных каких-то масс.
она действительно, это как для чего? Стога сена. Цель. Через эту информацию можно проводить анализ и можно, соответственно, осуществлять манипуляцию. На сегодня известно, например, что в США созданы программы-роботы, которые работать могут с социальными сетями, которые вступают в автоматические диалоги. Это все опубликовано, это известно. То есть, если мы сделали программу, например, «Большой брат», да, и вот в интернете обрушились опять на Аркадия Мамонтова и программу «Специальный корреспондент». Это может быть, так сказать, робот включил специально, чтобы я не делал эту программу, да, правильно? То есть программа, уже нет, есть не программа манипуляции. Нет, конечно, нет. Потому что нет. Но это официальная публикация, роботы которые есть, только они распознаются с первого взгляда людьми. Вы сразу видите, что вот это робот. Нет, почему? Потому что тест Тьюринга до сих пор не пройден. Обычно секундочку одну. Существует тест Тьюринга, да? Исследование, который... это не определяется. Подождите. Зависит от робота. Послушайте, кем тест Тьюринга не пройден до сих пор. Не надо говорить. Тест Тьюринга именно. Это тест, который нацелен на то, чтобы отличить программу от человека. Так вот, еще не было программы сделаны, да, которая не отличала человека, когда человек не может отличить. Но технологии могут любые. То есть, ой, Господи. Много ботов, которые будут перепощивать информацию в Твиттере, да. Женщину, но Борис Надеждин пытается превратить проблему, осмеять ее здесь. Он ничего не боится, он никому не нужен, а вся Россия боится. Борис Надеждин 125 раз в 90-е годы, в 2000-е годы цитировал всем известного американца со 100-долларовой бумажки Бенджамина Франклина, тыкали в нос России, в частности, Советскому Союзу, что тот, кто жертвует ради свободы, ради безопасности свободой, не заслуживает ни того, ни другого. Американцы перестали приводить эту цитату. Борис Надеждин ни разу сегодня не сказал, до того тысячу раз повторял. Они пожертвовали и свободой, и безопасностью, но только чужой, ради своей. Спасибо. У нас в студии интересные люди сидят. Да, пожалуйста, вы можете как-то прокомментировать то, что сейчас у вас спор возник? Я поддержу. Да, конечно. Одна из самых главных проблем всей этой ситуации состоит даже не в том, что зловещие спецслужбы узнают прошлое каждого из нас. Это на самом деле очень специфическая проблема. Проблема в том, что эти накопленные данные, о которых сегодня столько говорили, позволяют прогнозировать будущее каждого из нас. И это касается не только отдельных стран. Что вы имеете в виду будущее? Это как? Что вы имеете в виду? Насколько рисковый вы заемщик для банка? Может быть, стоит накинуть вам проценты по ипотеке в 3 раза? Сколько должно действительно стоить ваша каска? Может быть, дороже, чем на самом деле? И это на основании того, что вы едите в ресторане, как вы водите, сколько раз оплачиваете штрафы, как часто поворачиваете направо по красному свету. Угу. А чем это грозит? Ну, мне, вам лично. Ну что? Ну пускай они собирают. Ну да, ну показка, да, ну 3 раза, да, поднять ипотеку. А что вот для семьи, для моей? В чем опасность заключается? В Соединенных Штатах Америки, например, уже действуют программы превентивного обнаружения криминалитета, преступлений, когда по совокупности мелких факторов информация о прошлом человеке делается прогноз, что в это время, в этом месте он, скорее всего, совершит какое-то преступление. Хотя он этого еще не сделал. Угу. Мы имеем дело с нарушением причинно-следственных связей и презумпцией невиновности. О. Я думаю, что это серьезная проблема. Спасибо. Я считаю, что на самом деле АНБ это первая ласточка. В дальнейшем будут появляться и киберпреступники, и просто любопытные, которые захотят посмотреть, что находится за углом, и там, в соседней квартире и так далее. Поэтому рождается новая культура на самом деле. И в этой культуре необходимо учиться жить, начиная со школы, начиная преподавание пользования всего этого. Потому что защититься от этого всего можно. Существуют на текущий момент технологии, которые позволяют закрыться от этого просмотра, какие? Прослушивания. Стандартные технологии, которые сейчас есть по безопасности, которые разрабатывают и наши организации, и западные организации, и восточные, которые позволяют контролировать тот трафик, который выходит из вашей организации, которые позволяют смотреть... Но они доступны для обычного, простого человека? Или и на уровне бытовом доступны, и на уровне компании это доступно. Можно контролировать, кто смотрел какой документ. Кстати, пример того, что не везде безопасность это соблюдается, то же самое АНБ. Если бы было правильно все настроено, они бы точно знали, что, какие документы, в какой момент и сколько он вытащил. Интересно. Спасибо. Да, Вероника, сейчас. Да.
У нас время мало, поэтому кратко, итак, пожалуйста. Да, значит, все это было известно специалистам по безопасности, но общественность не знала о такой тотальной слежке. Общественность возмущена. Ну и очень хорошо, что такие люди, как Рэй МакГавен в Соединенных Штатах, борются за права, за право на частную жизнь. Однако для нас-то с нами важно, чтобы американские спецслужбы не следили за нами, за гражданами других государств. Этот вопрос вообще не обсуждается вот по ходу реформы или в общественных дебатах в Соединенных Штатах. То есть они по-прежнему считают, что слежка за иностранными гражданами – это право, и они будут продолжать это делать. К сожалению, европейский эстаблишмент, по-моему, не найдет в себе мужества и политической воли сопротивляться, потому что большая его часть – они соучастники вот этой системы. Но я-то вот как гражданка России и Российской Федерации, я хочу, чтобы когда мы с вами, Аркадий, говорим, например, по скайпу, нас не слушали. Вот эти... Мы с вами не говорим по скайпу, Вероника. Мы не говорим, потому что по причинам, да. Но я бы хотела, чтобы мы могли такие простенькие вещи делать безопасно. Но у нас с вами на данный момент никаких шансов так говорить нет. И нам придется объединяться, и какие-то силы в Европе по-прежнему существуют, которые против засилья американских служб на территории других государств. Это гигантская задача, и вот это может послужить объединяющей задачей для очень многих стран мира. Кратко, кратко. Итог. Но. Вы знаете, можно легать и пинать НБ сколько угодно, они уже высечены. Для нас важно выстраивать систему кибербезопасности Российской Федерации. У нас есть соответствующие мозги, у нас есть коммерческие государственные структуры. Поэтому вот система кибербезопасности России, это должно стать одним из главных приоритетов национальной безопасности. Сейчас, секунду. Слово автору дамка. Женя, я здесь. Ну, послушал, посмотрел, что ты видел на самом деле, да, вот эти вот огромные накопители. Это впечатляет, да. Но чем больше информации, тем больше эти флешки. Собственно, я думаю, что и у вас в кармане, у многих наших гостей они есть. Это примерно то же самое, что мы видели. А как в Америке? Вот, вы приезжали в Америку, проходили иммиграционный контроль, оказывались в городе, вы говорили по телефону. Вот это присутствует мысль, то, что я говорю, кому-то звоню, с кем-то общаюсь, кто-то всегда смотрит. Есть такое ощущение, нет такое? Ну, собственно говоря, реакция американцев на того же Сноудена говорит о том, что и там все не так гладко, потому что 40% американцев не считают его предателем. То есть, ну, фактически половина, и они возмущены. Но, опять же, очень правильная мысль прозвучала, их совершенно не интересует то, что АНБ делает за рубежом. То есть, ай-яй-яй, подслушали нас. Конечно, это важно для них, и их в этом смысле можно понять. Но то, что АНБ делает со всеми остальными, вот здесь... А зачем? Вот Наталья сказала, что здесь было много языков, да, очень важная мысль не прозвучала. Если позволите, я ее озвучу, то это просто... В нынешнем ключе. Да, очень мало времени. Быстро, пожалуйста. Значит, быстро. Мы обсуждаем последствия того, что вскрылось. На самом деле специалисты о том, что это происходит, предупреждали за много лет, но это все игнорировали. Теперь обсуждается, ну действительно, вот правильно вот предыдущий оратор сказал. Давайте. Не обсуждается, почему у нас это происходило и почему это позволяли делать. Но важнейшим вопросом является то, в чем причина, потому что Соединенные Штаты так активно этим занимаются. И причина это не только в том, что они имеют технологическое преимущество. Обращаю внимание, что господин Обама, президент США, он заявил, что в связи со всей этой историей будут снижены объемы шпионажа. Но он сказал очень важную фразу. Он сказал, что будет продолжаться промышленный шпионаж. И вот это очень интересный момент. Держава, которая является ведущей индустриальной державой, ведущей технологической, богатейшей в этом плане, всосавшей в себя мозги с других стран, она считает нормальным заниматься просто воровством. И теперь момент такой, почему это происходит? А вот четко, почему Соединенные Штаты занимаются этим? Потому что реальная экономическая система Соединенных Штатов является самой неэффективной среди стран западного мира. Понятно. Они обеспечивают высокий уровень за счет того, что заставляют друг друга планировать. Спасибо, кратко. Выслушав, так сказать, все стороны, кратко. Я тоже вот озаботился проблемой национальной безопасности российской. Да? Теперь говорю кратко. Суть. Нормальная абсолютно работа любой спецслужбы собирать максимум информации, в том числе на иностранных лидеров и так далее. Этим все занимаются.
И вот, на мой взгляд, наши спецслужбы, СВР, ФСБ, должны делать то же самое. Нет, просто. И очень хорошо. Теперь вы, пожалуйста. Ненормально стремиться к власти над всем миром. Сейчас. Ненормально стремиться к манипуляции национальными элитами. Ненормально разжигать беспорядки. Ненормально устраивать оранжевые революции. Это ненормально. И эта система не только для шпионажа. Она именно для манипулирования человечества. Управление миром. Это всемирное правительство. Спасибо. Все, финал. Да, прошу прощения. Финал. Заканчиваем программу. Прежде чем расстанемся, хочу привести цитату из одного литературного произведения. Роман Джорджа Оруэлла, 1984 год. В романе есть очень интересное предсказание, может быть, нашего недалекого будущего. Цитата. «Прежние цивилизации утверждали, что они основаны на любви и справедливости. Наша основана на ненависти. В нашем мире не будет иных чувств, кроме страха, гнева, торжества и самоуничтожения. Очень не хочется оказаться свидетелями того, как эта антиутопия становится реальностью. Надо сопротивляться». Это была программа «Специальный корреспондент». Увидимся.